Служили в театре провинциальном небольшом городке на Волге. И вдруг раздается звонок. К нам на зону едет сборная комиссия Евросоюза, чтобы посмотреть, как у нас содержатся осужденные. А как же мы контингент показывать будем? И он мне предлагает такую авантюру. Но за такие бабки, ребята, я не смог отказаться. Мы очистим зону от зэков за 2 часа. А сюда вместо настоящих зэков привезем артистов. У вас появляется прекрасная возможность немножко заработать. А что надо делать-то? Надо сесть в тюрьму. Вечер в хату. Надо вжиться в образы преступников, маньяков, потрошителей. Красота. Зона есть, а зэков нет. Если зэков нет, вот это кто? Убью, гадов! Начальник, базар фильтруем. Людей не огорчаем. Сейчас я своей властью вас расконвоирую недельки на 2-3. Будете жить в семьях. Знакомьтесь, товарищи полицейские. Это ваши зэки на передержке. С мусарней под одной крышей? Да это зашквар. Я вообще уже ничего не понимаю, что здесь происходит. Абсурд.